200. Всем привет! Вы на канале записки Канарского узника. Меня зовут Татьяна. Сегодня 21 августа, суббота. И мы приехали в городок Авадес. Название будет, название видео. На пляжик. Вот, я вам показываю кусочек этого города. Он такой вот беленький. Зелени здесь немного. Вот вы видите также традиционные канарские пейзажи, особенно юга. Там на фоне ветряки стоят, да, ловят энергию ветром. И вот это вот сооружение, которое вы видите, согласно версии мужа, это старый лепрозорий. Его построили в 20 веке. Мы к нему сходим в следующем видео, через одно. И я вам расскажу уже подробненько о нем. Так что, а дальше вот у нас там есть пляжик. И сейчас мы пойдем немножко посидим. Почитаем книжечку. Ветер жуткий, поэтому приходится мне записывать это аудио уже в домашних условиях, потому что реально было ничего не слышно. Смотрит вдаль. Очень много здесь дайверов. Хотя школа дайверов по всему здесь побережью расположены. Не только по южному, но и по северу тоже. До меня докатилась волна. Смотрите, какой песок черный. La gente va, sabe, sin parar está viniendo, que pronto no va a donde escupir, no va a quedar sitio para escupir.
сейчас поднимается уже прилив. Вот, поэтому море довольно буйное, бурное. Но на отливе должно быть, и в будние дни должно быть очень неплохо. Полежим, отдохнем, почитаем книжечку. Я оставила подругу, которая переехала в Мадрид. Оставила свою книжечку. Ну, несколько книг, чтобы не выбрасывать. Но ей нравится. Я не знаю, что это. Я не читала еще. Взяла с собой, чтобы было что-то в бумажном варианте, потому что я читаю сейчас пару книжек. На испанском, вторую на английском, но все они на планшете. И, в общем, вы знаете, какие в 21 веке экраны до сих пор еще не дошли до нужного уровня. И на солнце ничего не видно. Вот, поэтому взяла бумажный вариант. Не знаю, что это такое. Не бумажный их вариант, а просто бумажная книжка, которая у меня была. Посмотрим. Почитаем. Полчасика здесь посидим и поедем куда-нибудь в другое место. Может быть, домой, конечно. Хотя домой не хочется, мы уже так озверели дома, сидячи. Сейчас жара начала спадать, но вроде говорят, снова пойдет волна. Вот. Так что очень домой не хочется, потому что уже, честно говоря, я не выдерживаю дома. Я как представлю, что нужно ехать домой, мне становится нехорошо. Ну ладно, сейчас смотрим, что за книженца. Да, мне ее не особенно жалко, что ее засыпят. Потому что как бы это не книга для коллекции. Кстати, вот песок, да, здесь вот на южных пляжах. Вот, песок довольно крупный, и когда ветром, с ветром его на тебя несет, довольно больно он врезается, колючий. Ну ладно, до следующего включения.